Привет, венгерятники! Вот и пришел уже август месяц. Заканчиваем сезон гнездования. Ну, котня еще есть. От трех пар еще решил взять по выводку. А все остальные уже свободны. Это первое. Вчерашний. Ну и третий. Хорош на этот сезон. Начинается уже линька. Перьев полно. Немного с работой мы подзасрались. Но это поправимо. Жарко, купаться каждый день был. Вот такие вот красавцы. Оставлял я себе 6 пар, потом отдал 2, все остальное, это по аисту у меня жарело. Линька пройдет, начнем отбор по экстерьеру и по полетным качествам. Идет линька, не сильно гоняю. Вот он, папа. Красавчик. А вот сынок. Это есть вот так. Надо срочняк искать, еще такую голубку. Папа у меня чистый венгер. Сам привозил. Дядька есть, родной брат папы. Вон. Вот он. Всех любителей Будапештов приглашаю дружить домами, семьями, подъездами. И в конце сезона можно было поменяться какой-нибудь птицей для обновления крови. Так что пишите в личку, ставьте лайки. В следующем видео попытаюсь показать, как они у нас ходят кругами. У меня сейчас новая методика тренировки. Сутки через сутки. Заметил, что когда они тоскуют по небу, очень хорошо идут в лед. И продолжительность возрастает. Красавцы вообще. Всем чистого неба. Пока, друзья.